Всем привет, друзья! Сегодня у нас мойка авто, и мы сделаем акцент больше на мойку днища. Я вам покажу, как я это делаю. Ну и всегда посмотреть интересно, как работают другие люди. В общем, погнали! Так как я не делал антикор на своей машине, то периодически я мою днище керхером, прохожусь шампунькой и водой, сбиваю грязь, соль, скопившуюся под днищем кузова. Вот. Также я провел профилактику ЛКП, использовав вот эти вот средства, и почистил литые диски после зимы, как раз перед переобувкой на летнюю резину, чтобы уже положить комплект в чистом виде, в достойном, так сказать. Ну, если вам, друзья, не трудно, поддержите подпиской мой канал, оцените данное видео, поставив палец вверх или вниз. Ну, всем приятного просмотра!